Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. В Забайкальском крае возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части. Как сообщает газета «Ведомости», из-за вскрывшихся фактов дедовщины в воинской части в Забайкалье возбудили уголовное дело. Эту информацию подтверждает и Facebook адвоката Руслана Нагиева. Напомним, что Нагиев является защитником солдата Рамиля Шамсуддинова, который 25 октября открыл огонь по своим сослуживцам. Адвокат уточнил, что дело заведено по статье 335 Уголовного кодекса России «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими». Правозащитник отметил, что его подзащитный и еще несколько бойцов этой части признаны по данному делу потерпевшими. Руслан Нагиев сообщил, что в казарме воинской части существовали полутюремные порядки, у молодых солдат забирали деньги и издевались. По словам юриста, над его подзащитным издевался даже один из офицеров. Шамсуддинову не давали спать, а если боец засыпал, то его выгоняли на плац и прокачивали физическими упражнениями. Сообщается, что иногда эти тренинги проводились в костюме химической защиты и противогазе. Отметим, в октябре текущего года в одной из воинских частей Забайкальского края солдат срочной службы Рамиль Шамсуддинов расстрелял своих сослуживцев. В результате инцидента 8 человек были убиты, а двое получили тяжелые ранения. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.